Всем привет! Продолжаем разбираться, станет ли Q66.2.0 на материнскую плату ASUS P5N32 SLI SE Deluxe. И станет ли, и будет ли стабильна система? Ответ – да, станет. Видите результат теста Cinebench. И, конечно же, куда же без игр, выбрал я Ведьмак 3, потому как зацепил он меня со времен Готики, ни одна игра так не цепляла. Вот. Ну что я могу сказать, в общем-то стал процессор как родной на эту материнскую плату. Ну, этот и ролик я тоже монтировал на ней. Да, видите, сейчас результаты AIDA, то есть результаты показаний датчиков, то есть все в порядке. Вот. Ну и напрашивается только один такой маленький небольшой вопросик на компанию Asus.